Что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, и всех рад приветствовать в очередном видео. Сегодня мы с вами поиграем в такой интересный проект, как Fishing Adventures, если я не ошибаюсь, правильное название, потому что с английским очень все туго. И сначала, что хотелось бы сказать об этой игре. Эта игрушечка очень прикольная, она также находится в Google Play. Это можно ее скачать и поиграть на телефоне, можно в эмуляторе, как это делаю я. То есть я так игранул один раз обучающее видео, то есть я так понимаю, вот рыбки, точнее монетки у рыбки с задницы вылетают, залетают сюда, и как бы вы зарабатываете этим золото. То есть есть немножечко кликер-ферма, так сказать, присутствует. И непосредственно плавать, собирать рыбу, ловить. И, как всегда, то есть покупать лодки. Почему столько денег вначале? Потому что уже наклацал на рыбу. Да, скажу честно, кликеры моя слабость, не удержался и сидел так, как бешеный клацал на рыбку. Ладно, все, давайте начинать играть. И по ходу дела буду рассказывать, потому что я уж очень сильно извиняюсь, потому что я не выпустил видеоролик по поводу реальной рыбалки и что произошло на канале. Что произошло? Я такой крутой собирался переустановить винду и такой думаю, поставлю-ка я семерочку и у меня будет все замечательно, все чики-бамбуки. То есть, ребятки, да, вот я как бы думал так, и в итоге у меня так не получилось, все чики-бамбуки, в итоге получилось все хреново. Хреново насколько хреново? Ну, настолько, что как бы винда-то переустановилась седьмая, но совершенно получилась хрень. Так. Вот, понятно, да, сколько мы с вами поймали, бокс и одну рыбку. Мы, естественно, вот ее продаем, можно посмотреть видео, и ее, наверное, можно как-то, да, в аквариум посадить. Плюс мы опять гарпун, и нам дают гемчик. А, не, нельзя. Странно, ну ладно. Вот. И я же говорю, что... А, это подкормку кидаем. Что хотелось бы сказать? Ну, прежде всего, то, что, я думаю, вы понимаете, что косяк, вообще косяк получился. У меня удалилась вся рыбалка 1.6, которую я копил. У меня удалилось... Короче, у меня удалилось все, правда, ребята. У меня удалилась реальная рыбалка. Ну, все, поудалялось к чертям собачьим. Я написал разработчикам, они как бы пообещали восстановить это все дело. Но не знаю, как это все будет долго, потому что сегодня только вот ответили на письмо мне, на мой точнее коммент, я написал письмо, естественно, и уже будем смотреть, когда, что, как и зачем и почему у нас получится с вами, правда. Я пока ничего сказать не могу, но сразу хочу сказать, чтобы те, кто там вот думает всякую фигню, не боялись проект. Я как бы бросать не собираюсь реальные рыбалки. То есть проект будет у нас как бы продолжаться, все будет у нас хорошо. Поэтому все будет good. Все будет действительно good. По этому проекту, если вдруг они меня восстановят, я найду в себе силы. Найду в себе силы и, естественно, мы с вами будем дальше играть, будем дальше развиваться и как-то что-то планировать и играть. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Это такие вот дела. Еще хотелось бы сказать вам всем огромное спасибо. Вообще просто за все, за то, что вы смотрите меня, за то, что вы подписываетесь на меня. Прям огромное-огромное спасибо. Есть мысли по поводу реальной рыбалки, уже говорил неоднократно. Зимой нет. Есть мысли по поводу показать, как собирать снасть и резинку, потому что как бы хотел, давно уже хотел ее собрать, но все, естественно, так и не собрал. Знаю, что обещал, и в итоге как-то, да, не выполнил то, что обещал. Хреново с моей стороны, но постараюсь я это все реализовать, я это все сделать. Как бы так. А мы больше не можем, да, сюда вот засунуть рыбок. А не, можем по 130. Вот 4 штуки мы можем засунуть. А как ферму, интересно, улучшить? О, ну началось. Сори, ребята, сори. Интернет работает. Я вот не знаю, если мы его рубанем. Наверное, вот можно. А что она вот дает? Она только подкормку дает и все? Давайте посмотрим, что скилл... А, эта рыба дает скилл какой-то, да? Окей, давайте... Непонятно, что она дает, правда, хрен его знает. Блин, чё-то я мажу вообще, пипец.
Вау. Какой скилл она дает? Никакого, по сути, скилла. Странно. Ладненько. Ай, блин, надо потренироваться. Я в такую игру не играл, но прикольно, мне нравится. Мне реально нравится. Так, надо вот ту бочечку поймать. Ах, что за нафиг. Никак не могу. Ладно, не заходит у меня что-то пока. Поэтому все по реальной рыбалке у нас будет с вами хорошо, но дольше. По поводу 1.6 надо найти время как-то ее снять, потому что все пошло в тартарары, естественно, я не снял. Я очень сильно по этому поводу огорчен. Естественно, я перешел на 10-ю винду назад, потому что, как казалось, мой процессор не поддерживает. Вот это я не дочитал. Вот эту хрень я не дочитал. И был, честно говоря, расстроен таким вот результатом. Я почему-то думал, что все будет у нас отлично, и все будет у нас играть, рубиться. Но в итоге нет, ребята, нет. Не получилось, не получилось. Думал я одно, а на деле оказалось совершенно все другое. Конечно, получилось действительно очень обидно, но ничего. Все, я переустановил назад, естественно, десятку, все это поставил. И сейчас мы с вами уже снимаем на десятке все мои видосы. Насчет звука в роликах, в ноуте что-то я как никак не могу разобраться, плюс с бандикамом, фрапс у меня тут не работает. Что-то со звуком, правда, проблемы. Я пытаюсь записать уже это видео который раз, и в итоге у меня получается, что звук у меня опережает, то очень громко звук с игры, и что я не делал. Ну, короче, какие-то вот косяки такие присутствуют. Очень сильно мне это не нравится, и все это меня расстраивает. Но что есть, то есть, как бы, по сути дела. Я хочу, чтобы было все нормально, потому что, как вы меня смотрите, надо делать нормальный контент, а не такой, что вот хрень какая-то у меня собачья. Не хочется, чтобы была хрень, хочется, чтобы действительно был годный контент. 12860, неплохо. 1150 мы с вами заработали. Опять, а еще какой-то мы с вами гарпун. Ай, блин, это реклама дурацкая. Так, if you have fun, play the... Так, что это? Давайте yes, это что такое? Что-то я не понял. Ой, нет. Не-не-не-не-не, это я что-то намутил. А, на комментарий надо оставить, да? Ладно, хрен с ним. Поэтому все, ребятки, будет. Если, кстати, вам вот эта вот игрушечка нравится, потому что как бы у меня есть в планах записать на нее тоже летсплей, несколько серий, то обязательно пишите в комментариях, как вам она, что, почем, что, почему. Если вас она заинтересовала, то, естественно, давайте продолжать, давайте играть. Потому что пока что реальная рыбалка... Я не знаю, правда, когда она будет, когда мне восстановят данные. Если скажут восстановить не получится, то мне надо как бы весь процесс обратно вернуть, всю свою финансовую составляющую, потому что если я буду начинать сначала, я думаю, вы не будете смотреть, как я ловлю того же, знаете, опять ту же самую рыбу, все то же самое сначала. Надо, то есть, естественно, процесс опять назад вернуть, не процесс, а свое финансовое состояние. И это будет долго, правда, это будет долго и нудно. И, возможно, она будет выходить аж, то есть, после апреля, потому что за март я, возможно, не успею все это сделать и, как бы, обещать прям огромных не буду. Но если восстановят, естественно, мы с вами врываемся и начинаем играть, знаете как, можно сказать, без перерыва. Типа, вот у нас ничего не произошло. А 1.6 я уже постараюсь потом нагнать. Ну, конечно, там тоже обидно, я там уже денег заработал нормально, так столько времени и в итоге... По-дурацкому. Но это как бы только моя вина и уже как бы мой косяк. Надо было внимательнее все просматривать, читать, а я все как бы, знаете, как спешка, быстрее-быстрее. Ни к чему хорошему спешка, естественно, не привела в итоге. Поэтому всегда 10 раз отмерь, один раз отрежь. Не просто так такая поговорка. Поэтому один раз, ребята... Сделали, но перед этим 40, 500, 900 раз проверили. Что, как и почему. Почему-то скилл у нас вообще, да, как-то ни хрена не работает. Не нравится мне, почему не работает скилл. И, блин, мои косяки вот эти. Все мимо, все мимо. Я уже немножко под... Дед краснеет, пипец, рыбу тянет. Но довольный, когда рыбу вытягивает. Я тоже был бы доволен. Нифига себе, рыбу загарпунить. Это надо, блин, еще научиться. Ну, давай, скильчик, не, никак.
А, его можно даже ускорить, нифига. Да ну нафиг, ускоренный это вообще лютяк какой-то. Ну прикольно, кстати, ускоренный вариант. Прикольно. Ран. Ран, Вася, ран, не оставь шанса мусорам. Хотя уже не мусора, а полиция, значит, пенты. Блин. Не менты, а пенты. Ребята, так, ну что, давайте дальше ловим. Будем как бы зарабатывать деньги. Стараться, потому что денежки нам нужны. Да вообще деньги везде, да, нужны, как бы, по сути дела. Надо, я так понимаю, надо ловить каждую рыбу или практически каждую, тогда у нас будет этот, как он называется, жизни у нас будут. А если мы будем. Ох, две сразу, ну это, конечно, вообще. Это must have. Ух ты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, Васяндрик. Васяндрик, что-то поймать надо. Ох, не успел. Прикольно, прикольно. Мне нравится, нравится. Прикольно. Надо зарабатывать бабки и что-то делать уже покруче. Вот эти вот гарпуны, только вот я не знаю, что они нам дают. Правда, не знаю. Гарпун, да? А я, кстати, куда-то заходил. Можно поменять гарпун. А куда я заходил? Я что-то не помню. Так, а ну-ка, давайте. Может, я в рыбу заходил? Не. О, есть. Ни хрена себе. Гляньте, какая рыба есть. Не, ребят, надо поиграть. Пишите в комментариях, что вы хотите продолжение. Реально, ребята. Потому что что-то я прям реально хочу. О, смотрите. У нас появился такой гарпун. Описание. Описание. Какой-то... Да ё-моё. Быстрота. Что это? Ротатион. Ларч. Не знаю, правда. С английским очень все плохо. Кто знает, переведите. Но, наверное, что-то интересное. Что-то реально интересное. Поэтому... Поэтому... А, мы ж... Давайте и лодку поменяем. Во, вот это уже другое. А я думаю, почему? Что за хрень? О, и жизни уже поболя. Ну все, ребят. Ух, ни хрена. Вот это теперь пойдет дело, да? И надо, так понимаю, быстрее клацать вот так, тогда он быстрее вытягивает. Все. Немножечко с вами уже подразобрались, что надо делать. Еще поймали гарпун. Гарпун, я так понимаю, с ящика выпадает совершенно рандомный. То есть не факт, что выпадет что-то нормальное, не факт, что выпадет что-то легендарное. Блин, да надо ж по рыбе попадать. Ой, жизни мало, 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 мало жизни. Не успели мы с вами. Так, ну зато вытянули бокс. А из бокса, ну, то же самое. Плюс дали гемку. Отличненько, отличненько. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на каналчик, если вам все нравится, все вас устраивает. Пишите обязательно комментарии. Лайкайте видосики, все у нас будет. Еще обещал Don't Starve. Насчет Don't Starve помню, но надо разобраться с ноутом, особенно со звуком. Не хочется играть без звука, вот правда. Вот сейчас играю без звука, но только потому, что вообще что-то непонятно вот с ноутом. И я боюсь, что когда я куплю микро себе, профессиональный, ну как профессиональный, ну я понимаю, что там его закажу с Алика, как я вам говорил, он там стоит там 1500, но... Это уже будет другой уровень, и это будет уже реально офигенно, потому что, ну, звук будет вообще другой. Я просто вставил в ноут микро от старых наушников, ну, то есть, ну, короче, просто микро, и он его не определил. То есть комп как бы определяет, а ноут нет. И я очень боюсь, если я вот куплю микро, да, нормальный, а у меня ноут его не определит. Но это будет как минимум просто epic fail, вот серьезно, ух ты, я даже вот эту... Рыбину красу зеленую поймал. Как бы не хочется такую фигню, вот правда. Хочется, чтобы было все офигенно. Ух ты, у этой рыбы даже жизни есть. You can remove fishes has Barbie. Так, что-то я не понял, что написали, правда. Какую-то фигню. Ух, нифига, она атаковала мою лодку, вы видели? Ни хрена себе. Типа, эта рыба атакует лодки? Да, это серьезно, это серьезно. Я прям задумался, ребята. Новое достижение. Гарпунский гаппи. О боже, какая у меня тут иконка конченная на этом аккаунте. Но именно этот аккаунт мне должны восстановить реальную рыбалку. Поэтому, ребята, уж сори, но... То есть, да. Иконочку, кстати, надо посмотреть, может быть, можно и поменять.
Ладно, ребятки, я надеюсь, сегодня, кстати, 6 марта, надеюсь, что я сегодня все это успею отрендерить, залить на YouTube, если не успею, ну уж простите, сори, прошу прощения. Если меня смотрит женский коллектив, всех вас 8 марта с наступающими праздниками, также подписывайтесь, обязательно ставьте свои комментарии и делитесь видео с друзьями. Чем больше меня смотрит, чем больше подписчиков, тем лучше. Цель, давайте хотя бы перешагнем за 5000, наберем 6000 подписчиков, хотя бы немножечко такая цель, да, давайте хотя бы к лету, к первому дню лета наберем 6000 подписчиков, если это случится, все благодаря вам, всем огромное спасибо, и может быть, если все будет отлично, сделаем какой-нибудь интересный конкурс. Вот, всем огромное спасибо и до скорых встреч, пока-пока!